Настя, что делать? Мне заказчик сказал сделать шрифты на сайте, как у Apple. Я уже 6 часов подбираю, и все не то. Ты что, серьезно? Вообще-то для этого есть специальный сайт, который по любому изображению определит нужный шрифт. Смотри. Заходим на этот сайт, добавляем изображение с текстом, выделяем текстовую область и готово. Теперь ты можешь скачать подходящий шрифт. Нет, я, конечно, поражаюсь. Откуда ты так много всего знаешь? Все потому, что я подписана на stacy.net.